Всем привет на моем канале, меня зовут Тима, и сегодня мы пойдем смотреть две квартиры. Сейчас мы идем смотреть первую, так что погнали. Божечки, я супер злая, блин, у меня таксистка, во-первых, забрала меня не там, где надо, во-вторых, высадила не там, где нужно было, и я пешком иду. Короче, бесит. Когда заходишь, вот такой магазик есть, тут вон тоже спорт, вот лобби. Конечно. Так, ну вот. Нормально. Угу. Кухонка, конечно, немножко маловато. Такая прям компактная кухня. Особо. Но зато большой этот, большая микроволновая. Это, видать, грязь или я не знаю. Так, тут все. Это же такая немного старая модель этой штуки. Mm-hmm. Так, но в целом, по крайней мере, хотя бы вот это покрытие не то бесячее, которое, помнишь, я тебе говорил. Да. Так, пол нормальный, стулья уже есть. Или они это забирать будут? Я их спрошу, а может они их ставили? Блин, вот единственное, конечно, вот я видел на картинках, вот это непонятное что. Телевизор будет стоять здесь. Телевизор. Просто у меня, я вряд ли буду покупать телевизор, который будет висеть. Окей. Посмотрим. Можно это картинку можешь повесить. Ну или же в крайнем случае можно же попросить их, чтобы они это открутили. Да. Я думаю, можно спросить. Потому что, ну правда, я вряд ли буду сюда телевизор вешать. Так, балкон просторный, вот с таким видом, в принципе, неплохой, и вот, видите, видно ocean, так сказать, канал. Блин, страшно, конечно, божечки. Ну, такая вот ванная комната, получается, сквозная. Не особо большая, конечно. Там что-то грязно, что ли? Так. Это что? Непонятное применение этого зеркала. Или это открывается? А! Очень странно. Так, стиралка, сушилка. Ну, большая, вместительная. И тут тоже огромная, вместительная. Конечно, опять же, я не люблю вот такие вот штуки, но... Так, быстренько сейчас еще раз пройдем. Покажу вам уже с другим. Это у нас... ванная такая. Но мне нравится, что тут еще есть и вот как у нас в России, еще вот этот, да, который можно использовать. Единственное, мне вот интересно, насколько эта конструкция вся работает хорошо. Потому что я посмотрел, у них во всех квартирах тут подобная штука. Mm-hmm, вот так, тогда она очень хорошо работает, тогда они бы не имели. Если ты хочешь, like, upgrade appliances, European appliances, like, mm-hmm. Initially, Sub-Zero, квартира пойдет наверх, 4000, ну, да, 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 you know what I mean? So, потому что это все стоит. Это все ящички. Когда ты покупаешь квартиру, ящички. Ты можешь положить там Sub-Zero, Michelin, что ж ты хочешь. Да. Не, в принципе, кухня... Кухня хоть маленькая, но тут, я смотрю, можно и тут положить какие-то вещи они сделали. Тут, в принципе, холодильник. Не маленький, но и небольшой. Ну, хотя он такой, средний. Да. Я спросила, можно сейчас, они говорят, they're cleaning up, removing the last items out. Только 5 часов. Морозилка. Тут у нас... Это хорошо, что они выходят, они сейчас делают уборку очень хорошую, если ты зайдешь чистить. Ну да.
Кстати, духовка чистая, на удивление. Даже да. Вот эти, видишь, штуки чистые. Да. Мы просто какую-то квартиру смотрели, не помню. И там было грязно, да. Ну, как люди убирают. Нет, и все убирают, как нужно. Кухня очень хорошая. Я бы не так много, если ты любишь, как... Cereals и все лежит как-то, снаки, есть много места, cleaning supplies, все есть. И вот мне, кстати, интересно, вот каждый раз, когда новые, ну, тенанты заселяются, они вот эту штуку как-то проверяют, насколько она в годном состоянии, потому что... Они должны, но если какая-то проблема, мы в landlord скажем, и они всегда должны что-то делать. Ну, да. Опять, если какие-то там проблемы, landlord как-то посмотреть и увидеть, что делается. Туговато, конечно, немножко. Ну, в принципе, сойдет. А тот 3403, да? Да, и он вроде бы чуть меньше. Да, мы можем посмотреть, на какую сторону он выходит, например, этот этаж. Он чуть меньше, по-моему, там больше сделано. Ну, посмотрим. Но я точно помню, что у них там нету вот на стене вот этой штуки непонятной. Да, но это не проблема, мы можем что-то сказать. Ну да. Если мешает, то что-то ну да. А ты не хочешь телевизор положить здесь? Да просто я, во-первых, не знаю, буду ли я покупать большой телевизор сюда. Просто я же, понимаешь, я не смотрю телек. У меня есть один телевизор, который стоит в комнате перед кроватью. Я там иногда Netflix смотрю. Да, а вот в эту комнату просто мне одного телека перед кроватью достаточно. Я в эту комнату. Они могут снять, если что. Да. Потому что, ну, у меня просто столько времени нету, да. А что там? А сколько примерно сейчас стоит однушку купить? Ну, средний рыночный. One bedroom? Да. Можем взять 650 тысяч. 650? Да, 600. Это будет... Если она сделана, не сделана, I mean, you know, они начинаются from that price. You know, может, за миллион, за 800. Ну да. Они больше сделаны. Если ты хочешь ремонт сделать, ты можешь за 500 тысяч, но нужно, ты должен, будет оригинал. Как-то Скорее всего, я бы хотел свою полностью все перестроить ее под себя. Тогда ты можешь за 500 тысяч, 600 тысяч, да? Вот это район, это Biscayne, Edgewater, Brooklyn, да. Это зависит тоже на какой building. Если ты хочешь там... Но вот в Бриколе не все билдинги просторные. Там вот есть билдинг напротив Пабликса, кстати, тоже, вот где мы были. Не помню, как он называется. Там... Он назывался Mary Brickell Village. Мы были, да? И там, где... Он прямо напротив Пабликса. Да, въезд. Mary Brickell Village. Ты хотел и забрали. Это эта квартира, да? Которые мы зашли. Не-не-не-не-не-не-не. Это, которое мы были, это прямо в билдинге с Пабликсом. Да, а да. Это вот через дорогу от Пабликса. У них еще там какой-то Equinox или что-то такое, известный этот тренажерный зал. Да, Equinox. Вот. И вот там квартиры, там, во-первых, прайс какой-то нереальный, да. И там квартиры очень маленькие. Очень маленькие. То есть там, я вообще не понимаю, за что деньги дерут, там пространства почти нет. Там ты можешь взять квартиру за 600. За 600? Если выбираются там квартиру, можно посмотреть. Ну да, кстати. Единственное, конечно, там вот везде карпет. А, да, здесь карпет тоже, да, но ты... Не, ну тут хотя бы разграничение, да. Тут, по крайней мере, я, допустим, собаку, если я возьму, я могу ее не пускать в комнату, а вот она у меня будет тут бегать и тут убирать, по крайней мере, за собакой. Так, в общем, ребят, первую квартиру мы посмотрели. Я попросил риэлтора, чтобы она уже кинула оффер, по возможности скинуть $100. Ну, не знаю, посмотрим, что они скинут, не скинут. Так, ребят, сейчас поедем смотреть вторую квартиру. У меня на башке что попало, поэтому в кепочке. Так. Кухня такая же.
Так, тут уже, видите, грязно, не так, как там было. Ну, тут могу сказать, что, по крайней мере, вот эта стена чистая. Посмотрим вид с балкона. Вид с балкона, конечно, тут получше. Видите, больше ocean view. Прям красивый. Это, конечно, лучше, чем там вид был. Мне вот этот вид нравится больше. Так. Это комната. Ну, в принципе, вот говорю, все расположение точно такое же. Но она на $100 дороже. Все то же самое. Ну, видите, тут даже стекло похуже выглядит снизу. Вот эта штука. Так, посмотрим. Стиралка, сушилка такая же. Ну, все то же самое. Вид из балкона получше. Да, все то же самое. Да, вид вот именно, конечно, да, тут вид намного лучше. Да. Он просто тут... Там нету так, там сын. Здесь сын закрытый. Тут прям красиво открывается вид, но та квартира выигрывает. В любом случае. Да, конечно, вид шикарный, но там больше, как бы, возможностей дешевле на 100 долларов, даже на 200, если избавят. Смотрели. Еще раз вид посмотреть. Да, вид, конечно, все-таки похуже. Но в целом, вот. Ну, тоже нормально. Там просто пониже и воспринимается иначе. Почти на 10 этажей ниже. А так тоже вид шикарный. Так что я не знаю, что я переживаю. Надо, короче, тут снимать. Угу. Идеально. Ну что, будем заезжать сюда, надеюсь. В общем, ребят, вот такие вот были квартиры, очень похожие друг на дружку, но я уже точно определилась. Первая квартира, потому что там есть матрас, там на $100 дешевле, и может быть они согласятся еще скинуть сотку, и будет вообще на $200 дешевле, чем за 2800, вот вторая квартира. И я посмотрела, во второй квартире очень много косяков, таких как вот, ну, грязность, там где-то что-то облуплено. Ну, как-то похуже она выглядит, поэтому она точно отпадает, хотя вид с балкона мне там нравится больше. Но, как бы, мне больше не вид важен, а сама квартира. Так что посмотрим, что будет дальше, надеюсь, меня одобрят. И если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и увидимся в следующих видео. Всем пока-пока!